Добро пожаловать в Max Adventures на наш второй этаж, где будет проходить заключительная часть вашего праздника. Здесь все дети, я думаю, обожают пузыри, то есть у нас здесь есть мыльные пузыри, где мы будем танцевать и веселиться после того, как детки покушают. Мы обычно даем 10-15 минут на это, мы предоставляем кусочек пиццы, неограниченное количество яблочного сока и также торт-мороженое от Carvel, где будет написано имя вашего ребенка. Это еда для деток предоставляется, также помимо этого мы... Их ждет на столах вот такие вот классные подарочки, светящиеся в темноте палочки, браслетики, очки, ну и, конечно же, шляпа. Все это они с собой забирают домой, поэтому они не уходят с пустыми руками, они уходят с этими маленькими подарочками. Ну и, конечно же, вот такая вот штучка. Дети любят, когда я говорю, давайте пошумим, они все любят шуметь. Поэтому это все они забирают с собой, они уходят с подарочком, как я уже сказала. Когда дети покушали, мы также делаем с разрешения родителей лак, который светится в темноте. Девочки просто обожают накрасить себе ногти лаком. И потом идут танцевать уже, когда все светится в темноте. Также, если кто-то из деток любит рисовать, то мы раздаем им такие разукрашки. Это необычные разукрашки, они 3D. Когда дети разукрашивают, мы их можем поместить на экран. И тогда эти картинки оживают и превращаются в настоящий мультик. Например, вот на этой картинке дракон полетит. Вот только представьте, когда ребенок только разукрасил, и хоп, превратился в настоящий мультик. Многие дети это обожают. Если у вас маленькие дети, они обязательно это полюбят. Ну и, конечно же, мальчики, если они любят тату, то у нас есть много разных видов тату, как для мальчиков, так, в принципе, для девочек. Мы обязательно это для них делаем. Вот это вот у нас зона для деток. Когда детки покушают, мы с ними начинаем танцевать. А также мы с ними делаем лимбо. Мне кажется, лимбо — это игра такая и для деток, и для взрослых. Поэтому, взрослые, обязательно присоединяйтесь к нам. Если у вас есть какие-то музыкальные запросы, мы всегда играем любимые песни вашего ребенка. Поэтому дайте нам знать, вы можете принести USB, либо можете нам просто сказать, вот я люблю эту песню, я хочу обязательно ее играть. И мы это сделаем. Также для взрослых есть отдельная зона. Мы не предоставляем никакой еды для взрослых, вы можете принести свою еду. Также, как я уже сказала, мы предоставляем торт, мороженое для деток. Вы можете принести свой собственный торт, если он не содержит никаких орешков. Здесь у нас зона для взрослых, где мы установим любую еду, которую вы принесете. Также предоставляем тарелочки, вилочки, все, что нужно для вас. Салфеточки, вам не нужно об этом беспокоиться. Ну и, конечно же, здесь, как вы видите, уже экран, на котором вы можете наблюдать, как ваши детки веселятся. Также, то есть вы проводите время здесь, но также смотрите за своими детками. Пойдемте дальше. Я знаю, что кто-то из деток, например, мальчики, подростки, они такие, я не хочу танцевать, поэтому для них у нас есть игровая комната. Здесь очень много классных игр, как для маленьких детей, так и для больших. Например, FIFA, я уверена, многие взрослые тоже захотят поиграть. Fortnite. Если вы скажете подростку Fortnite, он просто, да, я хочу в это поиграть, у вас есть? Да, у нас есть две игры Fortnite. Также для детей помладше у нас есть Mario. То есть здесь 4 человечка, они могут выбирать своих персонажей и играть на перегонки, очень здорово. Ну и, конечно же, хоккей. Поэтому выбирайте свою любимую игру и играйте, это как для детей, так и для взрослых. Пойдемте дальше. Самое главное, что в Max Adventures у нас есть вот такая вот игра классная, Pineapple. Думаете, что это такое? Если вы еще не знаете, что такое Pineapple, я вам сейчас расскажу. Здесь будет тарелочка со сбитыми сливочками. Вы кладете свое лицо и получаете сбитыми сливками прямо в лицо. Обычно дети это просто обожают, но некоторые взрослые тоже вызываются поиграть в Pineapple. Вы уже пробовали? Если нет, обязательно приходите в Max Adventures, мы сделаем вам Pineapple. Ну что? Также у нас, помимо всех подарочков, которые дети забирают со столов, на выходе они получают светящиеся в темноте шарики. Какой ваш любимый цвет? Мой лично фиолетовый. Какой цвет любимый вашего ребенка? Ну что, это у нас этаж, где будет проходить второй час вашего праздника. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, позвоните нам, задайте их, и мы с радостью ответим. Также бронируйте вашу вечеринку прямо сегодня в Max Adventures.